Здравствуйте, дорогие мои. Всем приветик. Всем доброго дня, счастья и всего самого хорошего. Сегодня у нас идет дождик. Орешки у нас на месте. Кстати, Белочка сегодня вот на этом тополе сегодня ночевала. Утречком она вышла, схватила орешек вот из этой новой кормушечки. Вот. И убежала. И еще не приходила. Но я, конечно, сегодня провела эксперимент. Я только что зашла в квартиру. Вот у меня две кормушечки. Одна и вторая. В первую кормушку, вот эту вот, я насыпала семечек крупных и арахис. А в ту, как всегда, смеси круп и орехов, и всего то, что у меня там было, все смешано. Почему? Я делаю эксперимент, потому что воробьи не дают синичкам ничего кушать. Так вот, вот в той кормушке, где смесь у меня, там ужас, что творится, и голуби, и воробьи. А эта кормушечка, я уже смотрю, что синички начинают подлетать, потому что воробьи не могут туда свой клюв просунуть. Орешки-то я не дробила, арахис, они целенькие. Наконец-то синички будут кушать то, что им положено, что им причитается. Итак, будем следить, что же сегодня происходит и как прошел день нашей Белочки и птичек. А вот и явилась наша Белочка, на-на. Ух ты! Ай, красотка моя, красивая. Давай-давай, бери орешки. На улице идет дождик, но даже под дождиком Белочка пришла кушать. А вы знаете, это не на-на. Смотрите, полоса есть красная, это вторая пушистая. Ха-ха, поэтому она не откликается на свое имя, на-на. Ей тоже нужно придумать имя. Опа, а тут и ворона, а тут и ворона. Вот она сидит, хочет по башке ее стукнуть, чтобы забрать орешек. Ну вот, я уже точно разглядела красную полосу на спине. Это не на-на, это совершенно другая, вторая, пышная, с пышным хвостом. Вот так вот. А что же она будет делать? Пришла закапывать наши орехи. А вчера на-на кушала орешки и ни одного не закопала. А это, смотрите, ух ты! Юркая, быстрая. Прых-прых, прых-прых. Оказывается, белки на земле делают не очень длинные прыжки и невысокие, а вот на деревьях они очень-очень высоко и далеко прыгают. Так. Вот она в новую кормушку зашла. Раз, и все. И все. И орешек схватила. И побежала закапывать. Это не на-на. Ага, ага, побежала. Ух ты какая! Ты смотри какая! Закапывает и закапывает. А надо откопать. Вы знаете, в прошлый раз я подошла к пенечку, хотела посмотреть, есть ли там орешек или нет. О, и ворона здесь. Вот схватка какая. Она не закопала, она держит, во рту держит орешек. Ах, куда ты закапываешь? Нет, на-на так не поступает. Мы тебя тоже отучим от того, чтобы ты закапывала орешки. Надо кушать орехи. Нельзя закапывать. Вот сейчас ворона и откопает. Вы посмотрите, какая она быстрая. Ой. Пышным хвостом таким большим. И кормушки новой не боится. Первый раз видит ее и сразу же залазит туда. Все, схватила. Давай кушай, хватит мне копать. Эй, хватит. Вот она прибежала на другую грядку. Вы посмотрите, посмотрите. Никак не поймет, куда закопать, чтобы никто не откопал. Но она же забудет. У белочек очень плохая память. Правильно мне сосед сказал, который кладет орешки?
весной у нас будет тут столько орехов, что уж... она закапывает под елкой. Вот она какая. Вы посмотрите, посмотрите. Ух ты какая. И снова побежала. И снова, и снова. Ага. Воришка. Воришка. Мы назовем ее Воришка. Рыжий Воришка. Надо ей имя придумать. Она уже послушная, у меня из руки кушает. А это Воришка. Эй, Воришка. Рыжуля. Рыжая полоска. Рыжая полоска, смотрите, и не боится кормушки. Она вчера долго привыкала к этой кормушке. Ну вы посмотрите. И в прошлый раз она перетаскала все орехи из новой деревянной кормушки. Вы посмотрите. И держит этот орех и думу думает. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Куда заложить? Ага, 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 ага. Побежала, побежала, побежала. Вот она, вот она. Быстрая какая! Ох и быстрая! Воришка! Будешь у меня воришкой! Воришка пришел! Воришка! Задумался, а сыр во рту держала, как ворона. И куда ж ты? Ага! На лампу сел. Села или сел? Мальчик или девочка? Непонятно. Это мы не знаем, кто же это. Вы знаете? А ворона-то тут как тут. Вот она, где она тут. Вот она сидит. Она обязательно заберет орешек у белки. Ну вот. Белка повернулась и, наверное, грызет орешек. Вот она. И рядом с ней вороны. Вот она. Эй! Безымянная? Хе-хе, полоска красная уже закопала орешек. Нельзя! Кушать надо орешки, а не закапывать. А то не останется орешков у меня, и будешь голодная сидеть. Все, схватила. Ух, и юркая. Обратите внимание, вот она полоса. Красная полоса. Вот она. И бежит. И бежит. Нет, наша... Ах, вот куда ты закапываешь? Тут у нас цветы растут. Вот она. Вот она. Так... Все, не вижу. А вот еще один воришка. Это дятел. Он сегодня уже прилетал. Вы посмотрите. Он сейчас тоже возьмет грецкий орешек. Но эти дятлы, они такие осторожные. Любой шорох, любой шум, для них сразу опасность. И они улетают. Вот какой воришка. Красивый воришка. Что он будет делать? Орешек так и не взял. У меня тут был арахис. А, кстати, тут есть арахис лежит. А чего же он не берет? Так, передумал, передумал. А может, взял, я не вижу, я из окна снимаю. Может, во рту у него арахис и есть.